Следующая участница соревнования – Аида Гарифуллина, Татарстан, Россия, родилась в Казани, обучалась в Казанском музыкальном колледже, а также в Высшей школе музыки в Германии, в Нюрнберге, и Венском университете музыки и исполнительского искусства. Лауреат нескольких международных конкурсов, принимала участие в Вене в постановке оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в партии «Деспины». В исполнении Аиды Гарифуллиной, видите, участница с таким оперным именем, мы услышим песню Винченцо Ди Кьяра на слова Натана Доле «Ля Спаньола». Аида Гарифуллина и ее оценки. Елена Образцова 7, Юрий Башмет 7, Алексей Рыбников 7, профессор Бадалбейли 9. Есть ценители женской красоты среди членов жюри. Тамара Гверцители 8, маэстро Легран. Восемь. Это по-французски. И Тамара Синявская. 7. И сейчас приплюсуем. Вот так. Пока что на первое место.